Ну что ж, всем доброго утра. Давайте начинать. Exit Save. Не поймешь эту погоду. Утром шел снег, сейчас солнце светит. Еще 2 дня назад вообще батареи отключали, что-то ремонтировали. Привет, Токсикмен. Причем до этого была жара, и они не отключили батареи. А потом стало холодно, и они отключили отопление. Так, ладно, давайте смотреть по квестам. О, у меня остался... А, да, вот это далеко, да? Так-то у меня финальный квест остался. Вот поговорить со Стурджесом. Ну, это, наверное, в конце буду делать. Тут еще DLC есть. Жителями. Ну, вот зачистку надо тут провести. И... А, я с утра забыл посмотреть. Мне кто-то говорил, что есть станок. Ну, станок на создание патронов, но я так и не смотрел. В интернете, как его создать, потому что так я его не нашел. Сейчас я быстренько гляну, пока никого нет все равно. Ну, почти никого. Только Токсик там на Твиче сидит. Так. Может, мне, конечно, его потом дадут по квесту какому-то. Ну, чертеж, как вот с убежищем было. Из DLC-шки тоже. Так, если... А, так, это понятно, тут пишут, в химической лаборатории радиоактивные патроны крафтятся. Так, это... Ладно, читать этот сайт смысла нет. Ну вот, крафтим патроны, ну, пусть будет это. Так, да. В КС играешь? Нет, уже не играю. Я играл только когда 1.5, 1.6 еще вышли. Ну, только вышло. Но это давно очень было. Мы тогда еще в компьютерные клубы в школе ходили. Сейчас это уже как-то задротский. Так, несмотря на то, что... А, ну короче, тут только мод есть. Ладно, неважно. Может, в DLC это дадут все-таки. Привет, дьявол. Ладно, фиг с ним. Придется как-то так обходиться. Так, это место было где-то здесь. Кладбище. О, по-моему, здесь коготь смерти был тогда. Что-то я не хочу туда портоваться. Может, лучше на кладбище? Я тогда спрыгнул в яму, думал, ну, точка это поселение, ну, которое надо было защитить вот правее, то, что было. Все, типа, пришел. А там из трубы вылезает коготь смерти. И давай. Нападай. А у меня ни патронов, нифига. Привет, Роджер. И Торис там притаился. Так, в какую сторону? Туда. Музычку может какую-то врубить по радио. А, радио Свобода. Ну, пусть будет классика. Можно будет потом его зайти, убить и попробовать. Хотя он убежал тогда. Я залез на какую-то трубу, и он почему-то убежал. И вообще исчез. Тогда я смог выйти из этой ямы. Как выйти, выбежать. Не, я не очень по классике. Можно что-нибудь по этому? Тут вообще молчит. Ладно, фиг с ним. Вот, заиграла наконец музыка. Самого Fallout'а. А то, блин, тишина какая-то была после перемещения.
И сразу же опять заглохло, да вы издеваетесь? Или она такая короткая просто? Да кто там так огородился? Там 90 футов. Тут он сказал насекомые какие-то. Мне не очень нравится эта мысль. Если тут гнусы всякие. Но я никого не вижу. Конечно, трясется знатно в прицеле. Так. Ага, вон они. Гнусы, да? Давайте без этого, мужики. Отвали. Эй. Еще пойди попади по нему. Ну, мой пистолет слишком медленный. Так, там вон то пометили все враги. Давайте хилиться. Так какую музыку слушаешь? Ну, явно не классическую. Да вообще любую так-то. Обычно пободрее то, что. Так, мы до фрукта доедим. У меня нет каких-то особых предпочтений. Зря на меня стимулятор в кого? Где? Так, мастерская. Вижу. Ага, наверху. Наверху это в доме, что ли? Что ты там завис? Гнус, красная вдова. Ну конечно. Давайте что-нибудь поскорострельнее. Парней заглючил. Капец, они жирные, конечно. Не знаю, почему они стоят. Но какая мне разница. Не люблю насекомых. Угу. Кого-то убили. Записка Маргарет, крышка, жаркое в белке. Остальное все фигня. Так, давай мне свое все. Хоботок. Сейф. Мне бы еще надо по-хорошему взлом компов качать. Так. Забирай все. И этот тоже возьми. Угу. Yes. Так. Патроны кинетические. Все забираем. Пайпер. Тоже не особо полезно было. Ага, мастерскую надо активировать. Но мне нужны шестеренки. Так, больше тут ничего нет. Ни плиты, нифига. Картофельные чипсы. Ну ладно, чипсы я возьму. Ну, вроде не видно ничего. Да ты издеваешься. Хотя-то отмычка уже была использована не один раз. Got it. Так, ловушки. А можно дверь закрыть? Только зачем здесь ловушки? Если тут никакой лодки нет. Типа... Тот, кто хотел бы вместо взлома сюда проплыть, он бы задел эту фигню и... Понятно. Ну, прыгать в воду, это, по-моему, дебилизм.
Неудобная дверь. Почему она не в эту сторону открывается? Ладно. Что тут у нас? Выполнено. Сообщить жителям. Окей. А тут что-нибудь есть? Тут есть. Забираем отсюда все. А лопату тоже возьму. Какой он фиолетовый. Закололи до смерти его. Так, ладно, обратно, да? Жителям. А это, по-моему, тот мужик, которого я на торговлю поставил, мне задание давал. Насколько я помню, по крайней мере. Хотя сейчас неизвестно, в какое время суток перенесусь. Так, выкинуть хлам. Кроме довоенных денег. Довоенные деньги — это не хлам. Ага, ночь опять. Так, вон спит, вон там. А, нет, он вообще не спит. Чё, издеваешься? Мужик. Ты снова здесь? Ну что, все получилось? Ты... Там теперь безопасность, твои друзья могут смело туда залезть. Приятно это слышать. Хорошие новости сейчас. И, может, ты вернешься на работу, нет? Я у тебя хочу отобрать. Хотя я и так у тебя, наверное, могу отобрать. Ага, ну или не могу. У него нет денег. Ладно. Так, чё мне... Поэтому. 670 монет, да? А, дорожная одежда лишняя. Бесшумный пистолет. Ну, то есть есть что продать. Надо в магазин, наверное, сходить. Потому что у этого я ничего не купил. Поставил магазин за 1500, в котором ничего купил. Ну, в Клео. Вернее, к Клео сходим. В Клео. Может, попробовать с ней этот поговорить? Хотя на квест какой-то должен быть. Наверное. Мне тогда харизмы не хватило ее закатить. Эй, Клео. Привет, Клео. Возможно, именно то оружие, которое вы видите перед собой, убежит вас от меня. Понятно. Что есть на продажу? Еще одно поселение нуждается в нашей помощи. Ну, типа того. Я так и не понял, а как мне караваны посылать? Ладно, это не то. Походу, дело одноразовое было. Одноразовой попыткой было. Я тогда ее провалил. Придурок у нас-то. Так, надо продать дорожную одежду. А, довоенные деньги вот. За соточку. Так, вот. Модификации тут лишние. Это я использую. Молотов я не использую. Гладкоствольники. Дробовик нафиг. Это использую. Мина тоже. Шашка. Зачем мне шашка, тоже непонятно. А, у нее цена 0. Ну и фиг тогда с ней. Так, патроны. Караваны надо не посылать, их надо грабить. Нет, ну... Между поселениями я взял специально перк, чтобы, ну, построить магазин, а он также дает и посылать. Но так никто и не объяснил, как это делать. Ну, в плане... Вообще. То есть вроде как появилась возможность, а как делать ее, ну, сами разбирайтесь. Ракета, давай. Сигнальная ракета. Но у меня нет пистолета, так что... Так, ядерный блок — это у нас для силовой брони надо. Пушечное ядро. Зачем мне пушечное ядро? У меня есть пушка для пушечного ядра. Так, ладно. Заряды плазмы тоже. А, ну сперва патроны у него возьмем. 44-й калибр.
Не 10. А, дробовик, патроны для дробовика. 10-миллиметровые. Так, теперь плазму. Окей. 5,56, я не знаю, надо мне. Ядерную батарею продадим. Не все, да? Так, у нее только 231, да? Блин, неудобно. Ну, серьезно. Слишком резкий скачок. Вот нажимаешь буквально, сколько, 4 секунды, и он уже скачет по сотке. Приходится отпускать. Так. А, у нее не хватает все равно. Ну, давай еще. Да ё-моё. Вот так. 15 копеек у неё осталось. Ну и в принципе надо идти в Diamond City за теми же патронами. По сути получается тут патроны надо закупать. Именно только те, которые ты используешь. Не таскать с собой ничего лишнего. А их продавать. Потому что они... довольно дорого уходят, довольно дорого покупаются. Так хотя бы какая-то компенсация идет в цене. Да вот помню те же... Это еще харизму я прокачал и... как он называется? Коллекционер крышек тоже, которые цену снижают. Посмотрим. Ну да. Цены у торговцев намного выгоднее. Два раза причем прокачал. И тут тоже я на 4 пункта прокачал. Без этого вообще как-то жить не очень. Так, ну тут у нас патронов нормально, тут у нас тоже, тут дробовик надо перезарядить. Ага, тут я поставил большой магазин. Так, тебя, да? Надежное средство против рейдеров, но я могу предложить и другие. Да, ну давай посмотрим. Угу, сейчас и запасаюсь. Так. О, партию болтов. Блин, 25 болтов за 749 монет. Чё-то как-то дорого. Мне не хватало масла еще. На грейды. Ладно, пока не буду партии покупать, это вообще. Жетон на металл. Стоп, я ему патроны тоже. Боезапас. Ядерная батарея. Так, сразу сделка. Так, теперь патроны мне покажи. Эти берем. Для дробовика берем. 44 калибр берем. 800. Многовато. Так, 10-миллиметровые. Вот эти вот. Надо избавиться. Что-то как-то дешево, нет? Вроде по 4 штуки. Мужик, ты меня обманул. А, тут... пишет цену, главное, внизу. Цена 4. Умножьте 4. 800 монет я должен. А в итоге, когда обратно убираешь, вот, пишет всего 219 крышек. Что? Привет и все просто. То есть я ему продаю в 4 раза дешевле? А, мужик. Нет, так не пойдет. Какой-то барыга. Так, это по 2 стоит. Дробовик не нужен. Вот эти вот. О, вот эти идут нормально. А, тут по 1. То есть... вот, а эти он в 3 раза цену поднимает. Ну да. То есть я продал ему за 2 крышки, за патрон. Он продает за 6. А вот патроны 5,56 он мне продает в 4 раза дороже. Обратно. Ну, в смысле, если бы я совершил сделку. Чё за жесть? Да, патроны, ну... это дешево. А в чем пишется цена минус-минус-минус? Это типа выгодная цена или что? Вот эти минусы, что это значит? Плюс-плюс-плюс, плюс-плюс-плюс.
Ну, давайте посмотрим, ладно. 5-миллиметровый здесь за двойку, да? Минус, 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 минус. А, я ему еще 800 монет должен, да. Надо мне все-таки что-то продать ему. Так, 45-й калибр. 38-й. 308-й. Дробовик мне нужен. Эти тоже забери. Добери 5.56 тоже. А, у него не хватит мне. Так, 5.56 частично мне. Да, невозможно просто. Так, я ему должен 56 монет. То есть 56 патронов. Окей, 0. Вообще можно было у него еще 18 монет собрать, ну ладно. Так, и баба, расскажи мне. Что... just about everything, but none of it is scrap. А что я обезвредил, вот мне интересно. Ладно. Well, ты, ладно, мы можем поторговать. Конечно. I'll take a look. Sure. Just don't call it junk. И не говори, что это хлам. Нет, я скажу, что это хлам. Так, сразу патроны. Здесь у нас тоже. Жестяная банка. Да завери. Так, вот эти. Но тоже минус-минус. Ладно, да забирай. Давай мне 10 миллиметров. Для дробовика. И 44-й калибр. Все. Отлично, закупились патронами. Так, задание. Это финальное. Поговорить с жителями. Ну ладно, давайте. Где это находится? Зря я закрыл. Блин, вот как удалить? Поставить метку. А удалить метку? Я не знаю, как удалить метку. Поставить метку можно, а удалить нельзя. Только переместиться можно. Ладно, где поселение? Ага, вот тут. А я разве там не был? Не был. Ну, пойдем отсюда. Пистолет Келлога быстрее бы сделать. Ну, блин. Мне нужно еще несколько уровней. Тут просто качайся, качайся, обуси, обуси. Можно, конечно, на постройке обузить очень сильно. А, стоп. У меня мясо есть? Вот на крафте тоже можно. Если мясо, конечно, есть. Так, ну если нету, то нету. Вот туда. Я вот сметофрукты заберу, да? Ограбим ферму. I need to assign someone to this. Они же не просто так. Ладно. Вообще я давно сейф не прорвал. Хотя после перемещения, по-моему, есть сейф. Так, а тут у нас вода, да? Ты свой? То у меня один такой был в доме, топтал кровать. Что за хибарка? Легкий. Ну, легкий, да, конечно. Сразу же сломал отмычку. Sweet. Легкий. И он просто в воду прыгнул. А еще не попадешь с этого. Так. Кого ты тут жрал? Ага, мастерская, да? Виски, скипидар. Сидит, наяривает тут. А, внутри ничего нет, ну конечно. И зачем мне такой верстак, где ничего нет? При всем желании. Ладно, дальше идем. Я, конечно,
До сих пор не привык к этому пистолету. На ту сторону, да? А там мост был. Это случайно не на этом мосту я тогда встретил? Ну, вернее, на той стороне. Как его звали-то? Размазня? Который размазал меня. Нет, по-моему, не здесь. Такое ощущение, что кто-то топал. И кто-то весьма большой. Так. Спокойствие. Я помню, в первом самом была мина вообще. Ага. Еда. Миска. Пачка сигарет. Это все фигня. Что такое кофейник? Газетка. Куча канистр. Неплохо бы ядер кола. Тостер. А в тостере разве нету шестеренок? Ну ладно. Вот плитки есть. Сейф. О, открытый сейф. Электромагнитный картридж. Заряд плазмы, патроны. Гладкоствольный пистолет, позолоченные. Ну, короче, куча полезного. Даже взломать не пришлось. Что-то как-то это все странно. Ну ладно. Так, поселение. Он чувствует впереди рейдеры. Вон тут какая-то церковь. Непонятно. Не люблю ночью ходить. Нифига не видно. Толком. Так, как далеко идти? Ага, я уже не туда пошел. Мне надо сворачивать. Значит, я на ту сторону. Либо по воде, либо придется вдоль берега. Иди сюда. Что? Out to an early lead, but piece of junk's right behind. Look at him go! Что? Ладно, туда я не пойду. Hell of a race. Там какой-то наркоман. Кайф Сити. It's a great night out at the track. Hey boys. Окей. Вы как-нибудь сами там разберитесь. Жопа. Ладно, у меня стимуляторы хотели есть. Но ну, я не ожидал тут мину, конечно. Hand, huh? Причем она какая-то странная была. What the fuck? Pipe down out there. We got a race on. Who's there? А чё здесь происходит? Come on, you're holding the race. Да отвали! Первый уровень. А чё так мало? Кто стрелял? О, так. Да откуда? А, там кто-то есть. Так, выкидной нож, это все фиг. Да ты издеваешься? Он мне не хочет возвращать камеру. Ну, короче, меня убили. Я пытался прокрутить колесиком тот список, как обычно. А он мне просто сменил вид.
Что? А где сейв был? А, сейв до того, как я вошел. Got a good clean race today. Absolutely no funny bit. Damn it. What is it now? Я не знаю, они тогда сагрились на пайпер, поэтому убивать. Come on, you're holding up the race. Ну, он первый левел, поэтому не обязательно целиться куда-то. Кусок хлама. Старый, расти. Или бы я все-таки мог поговорить? Не, ну с рейдерами я ведь не разговариваю. Take him down, boys. Так, мужики, давайте без этого. Josh, kill him already. Как тебе попасть? О, это будет плохо. Что-то по нему урона мало зашло. Так, помощь. Я там еды, по-моему, понабрал. Да, мутафрукт. Ну, подумаешь, радиация. Кого это волнует? А ты какой левел? А это 14-й. То есть, там был первый уровень, а тут 14. Давайте, давайте, бегайте. Ты задела кусок хлама? А я не попадаю вообще. Да. Ну ладно. Там еще один остался. А, исчезла красная точка. Что, а? Я вообще не понял, что это такое. А, ну это, наверное, бегунов. Чай красный. Я же тебя видел. Ладно. Так, выкидной нож. Не знаю, зачем я его беру, конечно. Так, терминал управления роботом. О, какой он неудобный. Одно. Вилд и Брик. По одному сходству. Ладно, скобки. Тут еще неудобнее эти скобки, ну, нажимать, чем на старом. Вот где стрелка и где скобки. А, разработчики, вы издеваетесь. Это из-за того, что экран как оптический. А, ужас. Даже на старых кинескопах такого не было. А это какой? 2077 год? Так, восстановлено. А, давайте остальные найдем скобки. Дейли осталось. А, остановить гонку, поменять маршрут, изменить параметры прицеливания, включить ингибиторы боевого режима, активировать роботов из резерва. Все роботы из резерва подключены к управлению гонкой. Активировать экстренное самоуничтожение, выключить ингибиторы боевого режима. Так, изменить параметры прицеливания, остановить гонку, поменять маршрут. Гоночный патруль охраны Рамс. Скримплирование. Нет. А, самоуничтожение. Подтвердить. Не знаю, зачем я это делаю. Ладно, я понял, зря я это сделал. Я вообще не знаю, чем я занимаюсь. Я не думал, что такой большой... Ладно, пойдем отсюда. Непонятное место все-таки. Ну, допустим, я проберусь туда.
Допустим, я взломаю это опять этот терминал и изменю маршрут или еще что-нибудь. Но зачем это все? Так они где-то там. На обратном пути, может, зайду. Если быстрым перемещением не буду уходить. Ну, устраивают они там гонки, и чё дальше? Ну, блин, ну такого большого взрыва я не ожидал. Это братство где-то рядом. Так. Почему? Тебе прислали минитмены? Что происходит? Yes, да, мне прислали вам на подмогу. Что у вас случилось? Нас никак не оставят в покое эти рейдеры. Они крадут у нас еду и припасы. Грозятся, что убьют нас, если мы не будем им платить. Мы знаем, что их логово... Где их логово, но нам с такой бандой не тягаться. Не волнуйся. Опять. Надеюсь, это не они, которые гонщики. Хорошо, мы уже не знали, что делать. А это как раз они. Ну ладно, я не по квесту, видимо, туда пошел сперва. Ну фиг с ними. Жесть какая-то. То-то, я думаю, что-то не то. Ну надо как-то незаметно туда пробраться. Показалось, люка, это крышка просто. Давайте сохранимся. Но вход здесь есть. Вас обнаружили. Но вас обнаружил не тот, кто был. Ну вот. Да какое внимание? Так, Хэнс. Ну, вообще на рандом просто. Так. Активировать роботов из резерва. Активация железного дровосека, ядерной причуды, леди Лавлейс. Окей. Изменить параметры прицеливания. Замещение наведения. Что-то про скримблирование. Он замещение. Установка соединения с гонщиками. Получение доступа к подсистеме наведения. Распределение административного замещения. Замещение наведения выполнено. Администратор. Так-то. Так, остановить гонку. Да, нет, там не надо нажимать было. Так, изменить, поменять маршрут. Патруль, охрана лагеря. Все. Почему они выключились? То есть лагерь охранять не надо, да? Я не понял. Почему они выключились? Ладно, придется по старинке. Да, с трясущимися руками не так легко попасть. Да убей ты ее. Тоже мне проблема. Воу-воу-воу. Вы издеваетесь. Меня должны были роботы охранять. Так, похилиться. Чипсы, кукуруза, мутафрут. Да-да-да, kill them all. Где он? А, вон. Так, ну мне показывает, почему... Тут-то... Куда-то не сюда. И где Пайпер? А, Пайпер валяется, понятно.
У него дробовик. Так, да, забираем. Гангстер. И тут у нас должны подходить, да? Или они там и будут сидеть? Ну вот там был мужик, я его не убил. Фиг поймешь. Почему роботы отключились? А, промазал. Так, ничего полезного. Пайпер встала. Сейчас еще раз терминал попробую. Может, у них там свой терминал есть? Начать гонку. Все роботы успешно перезагружены. И они просто побежали. А можно... А, гонку... Понятно. То есть это я просто их выключил сам. Патрулирование, лагеря, все. Но бегают они, видимо, по тому же маршруту. Антир-1. Тут у вас больше ничего нет. А в верстаке? Верстак пустой. Ладно, поползи сюда. Вот там мужик должен быть. Что это за хрень? Да кто бы знал, что... О, еще она меня открывается, серьезно. Так, минус один. Патронный пистолет. Можно было туда зайти. Как мне подняться наверх? И тоже взломать можно было. Но тут сложный. Так, ну роботы на моей стороне, по идее. Мужик. Ключ, записка, крышка, патроны, пистолет, пулемет. Ладно, они пока там разбираются. Собачатин. Это, конечно, опыт, да, теряю. Надо идти туда. Как подняться-то? Я что-то не понял. Тут я не поднимусь. Я не вижу лестниц больше. Есть туалет. Военные деньги. А, они его убили. Ну ладно. Дай, отвали. Надо найти способ, как подняться. Ну вообще непонятно. Мы сделали крышу, куда не можем. Не можем подняться. Мужик, давай тебя не будет колбасить. Так, патроны забираем. Вот теперь можешь колбаситься сколько угодно. Так, улучшенную систему забираем. Крышечек не видно. Телефон. Бафаут. Я не вижу там перехода, главное. То есть надо как-то вот туда попасть. А, вот, вижу, все. Надо хотя бы мужика полутать. Может, у него что было. Так, через пост. Тоже надо внимательнее смотреть. Так, а как мне на эту фигню залезть? Ага. Сюда. Ну и вот. Так, туда сходим. Нифига. Ящик с патронами. Крышечка. Игра, крышечка. Пепельница нафиг. Больше тут вроде ничего нет. О, бурбон.
Неплохо. Так, бутылка пива. А, да ладно, я бы и фонарь тоже забрал, если бы мог. Так, ну мне вот туда, сейчас сюда. Штурмоботы, блин. Так, крышка, патроны дробовика, короткий дробовик. Ядер-кола. Еще патрончики. Топливо для огнемета, что это там было. Ладно. Так, и вот в этой тоже я не был. Вот тут только спальник. Ну ладно. Так. Ну там вряд ли что-то есть. Там турелька. А, турелька. В турельке должен быть патрон. 5.56. Да, все заберем. А, патроны, пистолет. Фигня. Масленка. Масленка мне точно нужна, потому что тогда мне масла не хватило на улучшение дробовика. Так, фонарь. В фонаре, наверное, тоже масло есть. Ядер-кола. А, ну пойдем полутаем мужика. И всех, кто наверху был. Так, ключ, патроны, патроны, пистолет. Ту-ту-ту-ту, что тут у тебя? Покажи мне. Не вижу ни ящиков, ничего. О, журнал. Современный, вы нашли журнал «Современные замки». Вам будет легче вскрывать замки. Вот эти навыки нигде не показаны, но типа легче. Пароль. То есть только тут терминал есть. Планшет мне не нужен. А можно мне лут? Там, а, вот. Крышка, патроны. Мощный гладкоствольный, легкий и утолщенный. У меня для левой руки. Сейчас посмотрим. Ну да, мощнее. А у меня вместительное было. Ой, фиг с ним. Так, вот еще. Medix. И терминал надо посмотреть. Добро пожаловать в робко. Требуется пароль. Управление роботами. Статус гонки обычный, патруль охрана лагеря. А, ну то же самое. Вопрос только... Ну, я могу уничтожить. Давай. Если меня сейчас не подорвет. Ладно, надо вернуться в лагерь. Как бомбануло там. Там тоже бомбануло. И кто-то упал. А, это просто труп. Ну, подумаешь, немного ядерного выброса. Так. Патроны, ядерная батарея, предохранитель. Ну и радиации чуть-чуть добавилось. Вообще, я бы послал их в лучшем случае защищать ту же деревню, которую грабили. Ага, вот еще. Броня, броня, броня. Фигня. Ладно, будем считать, что я все полутал. Так, сюда, да? А интересно, что бы было, если бы я их сразу убил? Или новые заспавнились бы? Будешь вздыхать часто с такой пукалкой. Ну да, а что поделать? Другой нету. Есть дробовик. Она медленная только. Она дамажит нормально. У нее вот прицел еще. Чуть-чуть двинешься, все. Расширение дикое. Здесь вот даже поменьше. На дробовике вообще... Ну вот точка бы была, я бы вообще... Не парился. Этих рейдеров больше нет.
В самом деле, это же прекрасная новость, побольше будет. Кстати, мы тут посовещались и решили поддержать Минфлот. Я думаю, нужно дать им второй шанс. Единственный способ изменить мир к лучшему — это работать сообща. Угу. Так. Фейерверки, служебный. Граната. Инъекционного пистолета, ловушки. Непонятно вообще. Так, ладно. Что там у нас еще осталось? Поговорить с Престоном. Нет, мы пока не будем. Вот еще тут с жителями надо. Спутниковую станцию. Так, это, по-моему, DLC-шка. Так, встретиться с Диаконом, механический враг. Вот это тоже DLC. Это как раз, по-моему, на робота DLC. Разное. Ознакомиться с делами, осмотреть зону боевых действий. Так, давайте вот это сделаем, вернемся к нашему человеку в шляпе. У-у-у. Вы издеваетесь. Это прямо возле радиоактивной зоны. Ну, не прямо. Ладно, мне только отсюда. Я не хочу из радиоактивной зоны подойти. Просто не пройду ее без силовой брони. Это сколько надо радиксов закинуть, чтобы я вообще пройти без брони? Хотя защитный костюм, может, можно найти было проще. Чё? Стараюсь. У тебя неплохо получается. Ты молодец, большинство людей плевать на своих ближних. Конечно, лично я по опыту могу сказать, что доброта больших успехов не приносит. Возьмем, к примеру, Diamond City. Я не раз пыталась предупредить жителей города об опасности, но после каждого номера я только и слышу. О, Пайпер, почему бы тебе не написать что-нибудь веселое? Почему ты не пишешь о таких? В такие дни хочется уйти из профессии. Действительно в опасности? А что, Diamond City действительно в опасности? К нему ведь даже рейдеры подойти боятся. Ты что, шутишь? Велика вероятность того, что в руководство города проник синт из института. Синт, которым управляет организация, похищающая или уничтожающая всех своих оппонентов. Уж лучше рейдеры у стен города, чем это. Хотя, конечно, уговаривать людей тебя выслушать само по себе очень трудная работа. Не самая легкая профессия. Это точно, но люди имеют право знать правду. Конечно, это странно, страшно знать, что на самом деле... Я каждую ночь дрожу при мысли о том, что какая-нибудь железяка из института решит навестить старую добрую Пайпер и ее семью. Но дело того стоит. Потому что я знаю правду, а правда защищает нас всех. Вообще непонятно, институт, мы делаем добро людям. Какое добро, я не знаю. Я вижу только нападение и ограбление синтами. Все. Ну, детей отбирают там и прочее. Что именно полезного они сделали, я не знаю. Ну, допустим, своих они там держат в тепле, в уюте, там от радиации защищают. Не могу не согласиться. Совершенно верно. Как можно защитить себя и близких, если не знать, что тебе угрожает? Вот именно. Большинство выбирает ложь, которая их успокаивает. Но только не я. Я лично видела, что может сделать правда. Мы с сестрой выросли в сердце Содружества, в крошечном поселении. Наш папа был местным ополчением. Защищаем от рейдеров наш город, а от болотников наши сердца, говорил он. Ну вот, однажды папа погиб, его капитан-урод по имени Мейберн заявил, что папу убили рейдеры, когда он стоял на посту. А я в это не поверила. Начала расследование. Оказалось, капитана подкупили. Он решил, что в ополчении он слишком мало зарабатывает. Он собирался ночью открыть ворота, впустить рейдеров и получить за это часть добычи. Папа узнал об этом и собирался донести на Мейберна. Но тот его убил. И я не могла допустить, чтобы этот гад вышел сухим из воды. Я попыталась поговорить с мэром, но он и слушать ничего не желал. Тогда я обклеила весь город плакатами,
разыскивается за преступную халатность, капитан Мейбер. После этого мэр изменил свое мнение. Жители избавились от Мейберна и встретили рейдеров во всеоружии. Те были удивлены. Используешь коды, с их помощью можно получить более мощное оружие и броню. Также и боеприпасы к ним будет легче играть. Нет, не использую. Тогда в игре вообще нет смысла. Проще посмотреть ролик на YouTube. Ну, в смысле вообще. Считай, что ты как бы прошел сам. Hey, ты спасла этих людей? You saved those people. No. Привет, Гуч. Нет, они сами себя спасли, потому что узнали правду. Hey, I... Извини, но я так много болтаю, иногда заносит. Просто это же так приятно поговорить с человеком, который тебя понимает. Ну что, в путь? Что, в путь и пошла. Блин, ну и фотку ты скинул, конечно. Чё, кто чё сказал? А, ну они наверху. Смысла туда подниматься нет. Так. Что-то мне подсказывает, что это недобрые люди. Я... Подожди, я же их убивал. Я помню, я проходил здесь и убивался. Вы издеваетесь? Это из-за того, что я наверх не поднялся? Ну, на лифте на том, который я не нашел, кстати. Так. Удачи, харизма, мясо. Ой, зачем мне пиво закинулся? Ладно. У вас зависимость алкоголь. За много... А, это уже было. А у них лазерное оружие. Я не попаду сквозь это, да? Ладно, так, надо вывести радиацию и закинуться нормальным стимулятором. Да как ты, блин, в стену-то попадал? Ладно, я сейчас другое что-нибудь возьму. Лучше скорострельное что-нибудь. А, еще и не дамажит, нифига. Парень решил меня убить. Так, что там у тебя? Давай все. Ты ведь не будешь против умереть? Сохранился. Почему я не попадаю? Когда, блин, в текстуре она меня стреляет, а я в нее нет. Ой, хоть с дробовиком ходи. А, тут ее уже начали атаковать, да? На тройку, да, у меня дробовик. Он, конечно, тоже не особо много дамажит. Так, но здесь не восстановился, да? Да как ты мне продамажила? У меня же... Это же тот дробовик, нет? Да, уменьшение на 50% урона. What the fuck? То есть у нас это... А как его? Лазерному оружию теперь пофигу, да, на уменьшение? Так, пиво я пить не буду, потому что у меня зависимость развивается. What the fuck, это еда. Все, больше еды у меня нет. Пайпер. Где ты? Вообще сложно целиться, когда у тебя пистолет трясется. Ладно, я не очень. Он все-таки с глушителем лучше ходить, с пистолетом. Он и... у него и отдача меньше. Вот интересно, кто сверху стреляет. Oh.
кто? А, ну парень там обходит. Ну конечно. Снайперка-то есть? Да нет, я все продал. Она мало дамажит тоже. У меня все вообще не дамажит. Почему-то. Вдруг резко на этом уровне у меня все перестало. Ну, вернее, после этого. После 88-го убежища у меня все резко перестало дамажить. Ну, для обычных мобов. То ли уровень я слишком высоко поднял. Да. Так, давай у него все заберем. И надо все-таки вкалываться. Ненавижу травмы головы. Да, и тут не видно ни хрена. Они вот попадают в меня, а я не могу нормально попадать. Просто у меня есть отдача, а у них нет. Так, я в этот раз радиацию заменил. Как ты прокачиваешь пути и броню? Мог бы силовую броню типа... Не, ну, мог бы, да. Вот, вот. Как я должен видеть сквозь огонь? Если они постоянно кидают эту фигню. Он так не остановится, да? Там батареек столько можно... Что можно ее вообще вести. Ну, у меня пока 8. Не, ну у меня есть еще 2 такие. Вот серьезно. Даже ХП не появилось у него. И опять он мне в голову попал. А-а-а. Меня убивают слишком быстро. Мне еще наверх надо подняться как-то. И где Пайпер, тоже непонятно. Я... Мне тут это... Все предъявляли, что я... Не одеваю напарников, сейчас попробуем одеть, если найдем ее. Причем этот лагерь я зачищал, ну вот именно внизу. Я, конечно, на лифте туда не ездил. Эй, давай. А подожди, нет, там какая-то была одежда лучше моей. Это не то, не то, не то, не то. А, ну он, видимо, неправильно по энергозащите считал лучше моей. Давайте попробуем ее одеть. Как она вообще будет выглядеть? Ну, я ей вообще броню все скинул. Так, кольца не надо. Одевай. Ё-моё. Пайпер. Ладно. Эй, ну, обмен появись. Ну, серьезно. Так. Это тоже один. Для правой руки, для туловища. Для левой руки. Форму один. А, это пальто ее, да? Можно вот такое одеть, а можно грязное. Когда она полнее выглядит. Вот так. Ну, тут лагерь и подземелья респавнятся, можно так и патроны и расходники. Ага, а можно умирать, как я это делаю. С-с-с. Так, лифт надо вызвать. Потому что стреляешь не очень. Надеюсь, тут ближний бой будет. Ну, или... На. Вот, пожалуйста. Чё я сделал? Я даже не знаю, что там было. Я просто шотнул. Ладно, хорошо, я до лифта сохранился. Давайте еще раз. Ну, я просто хочу увидеть, что меня убило.
Вот отсюда. А, ну понятно, штурматрон. Ну тут, в общем, не вариант вообще подниматься. Там штурматрон один убивает, и еще слева какая-то лазерная херня. Ну, без силовой брони я сюда вообще не пойду. Я понимаю, почему я туда не стал подниматься. Пошли вы в жопу. Нужно этот оружейника прокачать. И навесить грейды. Какие-нибудь побольше. Я броню еще не модифицировал ни разу. Тоже надо будет глянуть. Это не... Нельзя полутать. Даже дворнягам требуется несколько выстрелов дробью, чтобы убить. Так зачем ты встал как истукан, когда лифт поднялся? А куда я должен был бежать? Там в автобусе сидит штурматрон. Слева была турель с этим, с мужиком. И я не встал, я сидел. Я думал, я в стелсе, хотя бы проползу там, ну, осмотрюсь чуть-чуть. А он меня сразу видит. Вообще без шансов. Так, я вообще в деревню шел. То есть без прокачанного стелса там ловить нечего. Ну, с текущим моим положением тоже. Костюм грузчика. Охренеть можно. Яйцо болотника. А чё за храм? Обгорелый. Я понял, что я чё-то не то сделал. Серьезно? Ага, ты хоть одно очко в стелс скачал, ниндзя? Так я и не вкачал, я говорю. Что за жопа? Он, во-первых, прыгнул на меня. Во-вторых, в ту же секунду он меня пустил в звуковую волну. Я даже выстрелить не успел, как я сдох. Ты просто забей. Так, и тут еще старый дворняк сейчас будет. Стрельбу я вкачал в пистолет только. Но что-то не особо они тоже. У меня дробовик больше дамажит, чем пистолет, хотя... А может дробовик относится туда куда-то? Я еще винтовки чуть-чуть подкачивал. Сейчас почитаю. Ну вот, дуэлист я вкачал, тут только пистолеты. А тут автоматическое оружие. А что подразумевается под автоматическим оружием? Есть вот еще карабин тоже. Ну то есть, дробовик автоматический, это автоматическое оружие? Еще удивляешься, почему не дамажит ничего. Давай посмотрим. 3 раза, 60%. То есть есть 100% как бы базовый урон, есть 60% бонусов. Еще я могу получить максимум, вот подели, 4 на 16. То есть я могу еще на 25% поднять урон. Ну, текущий. 25% от ничего это ничего. То, что очередями стреляет. Ну, у меня автоматический дробовик. Очереди... Посмотрите на прицел, но у вас, наверное, не видно. Вот я сейчас смотрю в область прицела, и я вижу пиксели. Пиксели! Серьезно! Это, я понимаю, это вот здесь вот не видно, да? На некоторых орудиях, вот, ну да, тут у меня оптика. Здесь тоже не то. На некоторых, в общем, таких прицелах... А, все, прошло. Нет, нет, не прошло. Когда останавливаешь, все равно видишь пиксели. Жопа. В общем, когда прицеливаешься, там видно, что вот этот прицел весь, он пикселизированный. Вот тут более-менее оно как-то смазано. Восприятие, ловкость на 4 и меньше, чё-то я не дамажу. Пошли эксперты.
Я делал свой билд на основе вообще предыдущих частей. Поэтому эту игру я называю не Fallout. Тут нету, ну... Вся прокачка это вот. Все, таблица. В третьей части, в четвертой и вообще в первых двух тоже были навыки. То есть навык конкретного оружия. Ну там, от... ну, от 0 до 100, до 200, ну, в первой части до 200. Ну, в третьей были, в третьей Нью-Вегасе до 100 только можно было прокачать. Ну, то есть после 100 там уже какие-то просто бонусы были в первых частях. Так вот, навыков нету на конкретное оружие, на легкое оружие. На это. Есть только перк вот, для пистолетов. Ну, качну я на 100%. Ловкость, да? Ловкость определяет быстроту ваших рефлексов и точность движений. От нее зависит число очков действий, ватс и способность действовать скрытно. Тут нет урона на оружие. Нету. Зачем тебе сила 10? Ты спрашиваешь, зачем хомяку сила 10? Да? Ну, сила была 8 изначально. И она не 10, она 8. Она и есть 8. У меня интеллект чисто для опыта взят. Ну, потому что я не через удачу играю, там есть какой-то дебильный перк, что за любое действие ты можешь получить... Вот. Нет, не то. Подожди. Или халявщик, как оно называлось. В общем, за любое действие ты можешь получить опыта в 3 раза больше или в 4, не помню. Но на удачу где-то было. Есть же силовая броня и собака. Собака, во-первых, таскает мало. А силовая броня мне не по карману была в самом начале. И как-то вкладываться в, ну... Ну тут нету никаких перков на силовую броню, кстати. Что странно. Могли бы сделать здесь перк, что силовая броня, ну, расходует меньше энергии. А может и есть. Я не смотрел в науке. Так, ярость. Ну, по идее, в науке это должно быть. Здоровье. Оружейник не вкачан полностью, броник тоже. Как он может быть полностью вкачан? Вот это вот ты имеешь в виду? Вот это? Если я потратил на харизму 4, ну, 4 сюда, 2 сюда и 2 сюда. Чисто чтобы построить, ну, магазин у себя. Потому что, ну, я захотел построить магазин. А ты мне рассказываешь про какие-то... Вот эти вот навыки. Я, кстати, не знаю, какой уровень следуется, ну, нужен на четвертый левел перка. Что здесь, что здесь? Ну, здесь одинаковые. Я вот сейчас и хочу это вкачать. Но вы мне говорите, что мне нужен урон. То есть мне и сюда надо вкачивать, и сюда надо вкачивать. И вообще все вообще надо вкачивать. Эту я так взял посмотреть. Но в итоге получил общий урон. Как я уже говорил. Я думал, тут будет показывать чисто защиту конечностей. То есть, ну, вот броня какое дает сопротивление. На руку, да, допустим, там 10 защиты на огнестрел, 15 там энергооружие. И, в общем, таким образом подбираешь оружие и куда стрелять смотришь, самую уязвимую точку. А в итоге она показывает общую броню суммарно. А ладно, неважно. Не уверен я, что это. А, он и так вылезает. Король болотников. Ты, блин... Слышь, ты гуль. Не, ну это без шансов. Чё-то я заболтался. Надо либо психа жрать, либо меды. А, ну вообще сумма. Надо все пожрать по химии. Наблюдательность в этой части тут вообще бесполезна. Так откуда мне было знать, что тут бесполезно? Я первый раз играю. Ох уж эти эксперты. Ладно, я не буду тут стоять. Тем более яйцо это. Смысла от него никакого. Тут где-то... Насколько далеко мне идти? Я нахожу какие-то места на жопу себе приключения. Да, бочки с радиацией. Я просто хочу отметить это место. Клуб любителей электроники. Очень сложно. И кучу радиации отхватил. Ага. Куча ловушек.
Но там что-то лежит такое. Фу, Пайпер, не пугай. Да, радиации миллионы. Но у меня антиродинчик есть, так что я пока. Ага, можно попасть через туалет. Лазерный пистолет. Женщина! Женщина, я застрял. Я вот на ровном месте застрял. И причем я упал в единственное доступное место. Ладно. Теперь знаешь. Ну да. Но только это получается, что мне нужно начать игру сначала. Она пошла в жопу. Я просто застрял на ровном месте. Ой. Че, игра повисла? Так, а дропов у меня нет? Нет. Дропов нет. Не совсем понятно. Хотя, как я выйду, если у меня взломан? Может, там дверь где-то есть? Или снаружи открывается? Вот тоже неясный момент. Так, к бочкам не подходить. Раньше времени. Если не уйдем отсюда, то скоро перестанем быть гладкокожим. Еще и взлома нет. Взлом как раз есть. Ну... Не только этот. Два, ну, до сложных я докачал. И все. Просто мне терминалы не очень часто попадаются. Теперь понятно, почему такой нищеброд. Ну вот, по 5 началось. Так. А можно мне антиродина? Так, это что такое? А, ноги какие-то. Я все пытаюсь понять, ради чего я сюда пришел. Ну, верстак, окей. О-о-о. Тут был вход вот здесь, да? Мне нужна антиродин срочно. Зачем заново? Просто качайся, тут прокачка геморная. Не геморная. Вообще-то геморная. То есть, чтобы кого-то убивать, ну, получать опыт, мне нужно прокачаться. Чтобы нормально кого-то убивать. А можно радиацию убрать? Ну и меня не вообще не задело. Пулеметная турель. Привет, турель. Не хочешь познакомиться? Подвал. То есть в подвал, да, можно спуститься. Я сейчас не этот. Да, штурматро. Ну понятно тут, короче. Сюда тоже лучше не заходить. В том-то и дело, что мне просто нужен уровень. И мне слишком много надо, ну. Слишком многое надо прокачать. Ну, допустим, броню я качать не буду, да? Ну, потому что я модификацию еще ни разу не смотрел. Я дойду когда-нибудь до деревни этой, нет? Модификации на броню я не смотрел. И поэтому не считаю ее полезной. Может, там, конечно, и крутые улучшения можно поставить. Но вряд ли. И это, скорее всего, лучше брать какую-нибудь... Ну, легендарную броню. Это опять же надо убить легендарного противника. А чтобы убить, нужно дамажить. То есть дамаг это больше, чем, собственно, деф. И патронами проблем будет меньше при большом уровне. Несколько уровней можно просто получить на верстаке. Ага. Только не на текущем уровне. И вообще, гули. Давайте сейв сделаем, что то место не обходить. Дядя гуль. В
Чтобы что-то улучшать, нужны материалы. У меня нету шестерен, ну, болтов. Шестеренок. На верстаке. У тебя нет ни одной легендарки? Нет, у меня есть легендарки. Но они не всегда хорошие, поэтому я их выкидываю. Ну, вот здесь нету. Вот легендарка. Ну, тот же дробовик, с которым я хожу, легендар. И все. Больше тут нет легендарок. Ну, пистолет Келлога, само собой. Они просто стали менее защищенными, а бонусы у них дебильные. Стали с кем-то дерется. А я думал, ты не умерла. Вот кто это? Мне кажется, они стреляют по мне. Здравствуйте, рыцарь братства. Не хотите познакомиться? Какого хрена ты по мне стреляешь? Или после того, как я минитменов защитил замок, и у меня провалился квест с братством стали, теперь мне братство стали враги? А я перед гулем, да, сохранился? Нет, я после гуля сохранился. Ну, серьезно. Я не понимаю, что тут происходит. Вроде как... Ну да, они стреляют по рейдерам. И по гулям. И по собакам. Может, я кого зацепил? Так, забираем. У нее лазерный карабин, а она стреляет с какого-то пистолета. Тут вообще какая-то война просто идет. А мне надо туда. Ну-ка, паладин. Но он не подсвечен красным. Непонятно вообще. Можно не взрываться так? Я просил не взрываться. А, это супермутант. Я думал, это силовая броня валяется. Просто ходим, собираем. А, это винтокрыл взорвался? Ну, отлично. Не знаю, почему она на меня тогда напала, братство стали. Ну, похоже, что да, с братюнями ты не будешь, конечно. Нет, и вот сейчас он меня не атаковал. То есть то баг был какой-то. Потому что я стрелял только в рейду. Дворец металлолом. Что? Или они в меня тоже стреляют сейчас? Кто? Ладно, что-то я вообще туплю по-страшному. Сейчас опять с того момента, где я еще не напал на никого. Тут и рейдеры, и супермутанты, и братство стали, и не пойми, кого стреляют. Кстати, весело пачка супермутантов скидывает, выстреливая в бомбочку, что он несет один из... Это да, я видел. А давайте издалека как-нибудь посмотрим. Но ты пригнулся, конечно. А этот побежал. Так, ну вот, братство стало. Не, ну он на меня просто не обращает внимания. И он сейчас меня не атакует. Легендарный рейдер. Надо на ХП еще свое смотреть.
вообще какая-то полномасштабная война. Ты чё там? Присела. Так, патроны стимулятор, пистолет. Вы легендарочку-то завалили, нет? Что я не вижу никого. Ну где? Она тут где-то бегала. Ой-ой-ой-ой. Мужик. Ну да, этому пофигу, село и броня. Так, крышка, все это забираем. Пайпер, не мешайся. А, вот пыль. Патроны, охотничьи. Да где легендарка-то? О, брат стали упал. Забираем Т-60. А можно его оттуда выковырить? Мужик, я хочу тебя вытащить из брони. Слишком тяжелый. А, ладно. Где ты? Эй. Ну, вообще я обменяться хотел. Так. Я натырил себе Т-60. Да не у него вон броню поломаю. Да не, у него. Да каркас, в принципе, можно и сделать и без него. Там у торговцев. Купить можно. Стоп. Вещи не то. Одежда. Т-60. 200 защиты. Так, ну я разгрузился, вот форму тебе еще. Надо засейвиться. Мы немножко обокрали братство стали. Ну как обокрали? Мы взяли только то, что плохо лежит. А вот я так и не нашел легендарного моба, где он уже. Может, его унесло куда-то? Понять не имею. Ну, вряд ли его машиной придавило. Так, вот тут еще какие-то патроны. Так, это все фигня. А, вот легендарка. Так, ват совместимый. Повышение вероятности попадания в ад. Уменьшение расхода очков. О, да, конечно. Тактический боевой. А, патроны. Остальное все не очень. Там супермутант, конечно. Ну, он обычный. Ты у меня еще что-то можешь нести? У меня уже складывать некуда. Стоп. А, ну да, я оружие подобрал. Лазерный пистолет. Лазерный карабин. Все. Все, валим отсюда. Покажи. Мне нужно дальше по дороге. Пусть сами тут воюют. Ага, дворец металлолома, конечно. Надо будет Т-60 эту починить. Если меня, конечно, сюда не пошлют опять эти фермеры. Так, давай я вот тут пересохранюсь лучше. Я почти пришел, по идее. Ну да. Привет, Сидкрайн. Да, почти пришли. Надо будет вкачать все-таки в оружие. А сколько до левела? Это тут показывается. Ну, немного осталось. Угу. Это даже фермой не назовешь. Гараж какой-то отбитый. Да-да, мастерская. Мужик? Excuse me. You're with the Minutemen, ты же из Минитменов, да? Минитмены всегда готовы помочь. Что вам? У нас тут в окрестностях завелись дикие гули. В последнее время они стали нагреть. Если гули попрут сюда всей толпой, мы не справимся. Нам нужно, чтобы кто-то с ними разобрался.
будет сделано. It's as good as done. I'll be glad to have. Как же хорошо было бы от них избавиться. Пайпер это понравилось. Ага, туда, да? Эй, минутку. Чё? Прошу прощения, Пайпер. Райт, общественные новости. Боятся ли местные жители того, что синты института могут испортить запасы продовольствия и отправить сотни граждан отравить сотни граждан? Боже, спасибо. А, ну что, спасибо, что уделили мне время. А ты монстр. А у вас тут кухня не найдется? Ладно, надеюсь, мне хватит места на лут от пулей. Если я их вообще убью. О, бочки. Так, болото не лучшее место. Там вроде какой-то домик. Не-не-не, глубоко не ныряй. Это все плохо кончится. Тут не хватает еще одного лебедя какого-нибудь. Так, давайте пересохраним. А, опять железная дорога. Нет, ну мне не туда. Да, еще далеко. Там станция, наверное. Может быть, вполне. Или нет. Или вот этот дом. Нет, вот туда. Какой-то завод или что-то. А не хочешь 30 FPS сделать? А то на 60 пец квадратит с таким битвом. Но не в этот раз. Снайперку все-таки собери себе. Прям вообще квадратит. Ну давай, ну тогда стоп-старт надо делать, видишь. Если я сейчас поменяю FPS, он же упадет. Но я пока не буду ничего делать. Давайте посмотрим, попробуем поменять. Ну, по-моему, он не дает поменять прямо сейчас. Ну, естественно... А, ну ладно, следующий. Ну, окей, попробуем. Стоп. Вообще, в Good Game все равно сам кодирует 30. Или нет? Должен кодировать в 30. Хотя сейчас глянем. Вот так, звук выключить только. Да, выключил звук. А, ну да, 60 FPS все-таки показывает. Я думал, он... А, ну он не кодирует у этого. Он не премиумов. Я думал, он все-таки каким-то ограничениями занимается. Давайте тогда сейчас прям поменяем. Я сейчас остановлю, сразу рестарт сделаю. Буквально минуту. Ну, я найду где-то. Посмотрим, как будет работать. Просто никто до этого не говорил ничего.